завтра. Если Морозов узнает, то все. Если ты ему не скажешь, никак он не узнает. Мы едва не потеряли Ермолаева. Он не врал. Его действительно нельзя увозить далеко от школы. Может, вы хотя бы подскажете, как велась ее разработка? Много крови. Если я еще раз тебя здесь увижу, я тебя пристрелю. Может, все-таки в школу вернемся? Лучше будем камни таскать, чем нас тут пристрелят. Проект имени Амигдалы пахнет дедушкой Ульфом. Стой на месте! Ты должен не дергайся! Закрытая школа. Развязка. Завтра в 20:00 на ТВ Рус.